Всем привет, мы продолжаем прохождение Legends of Amberland, The Forgotten Crown. В прошлой части мы добрались до пустыни и зачистили почти все. Ну, кроме Deadly Dungeon of Doom, куда нас, понятное дело, не пустили. И вот эта фонтана с глазом Маргота тоже. В остальных местах мы, кажется, везде побывали. Все видели, все знаем. Small Dungeon. Болото мы тоже в целом обошли. Зачарованный лес не пускают. Видимо, нам надо идти через пустыню. Давайте подумаем, куда мы еще можем сходить. Надо здесь что-то обыскать. Злобоглазик какой. Ну, нет, здесь уже ничего нет. Мои монстры всех, в общем-то, подвывели. К сожалению. Так, и здесь море отдельное, корабля для него у нас нет. Эта лодочка, она не морская. Очень жаль. Значит, остается только пустыня. Ну ладно. Пойдемте тогда по берегу. Там, кстати, тролли опять. У тебя за магия? Нормально. Ай, надо вообще похилиться, но... Ладно. Надо масхилом. Ой-ой-ой. Йоу. Так. Сто урона. Прекрасно. Нет, ну мы его тоже бьем неплохо. Magic Arrow.
Такс. Map. Чем я, кстати, так делаю? Я могу просто присумониться. И улететь обратно. Больно. Так, и давайте-ка я улечу в город. Level up, и нам нужен knowledge. Не хватает опыта. Плохо. Full rest. Может что-нибудь с иммунитетом к яду взять? Я, кстати, такого не вижу. К страху есть. Есть одна броня, но она кожаная. Не будем отказать себе в магии. Так, я вижу здесь горы. И, похоже, я тут так просто не пробегу. Там какой-то домик интересный на юге. 29 уровень красного скорпиона. Ох. Парк. Парфист. Лечим. Как больно. Сняли яд.
Лишний в гости к Скорпиону. Вообще пробафаться надо было. Так, отлично. Ты еще перегруженный. Понял. Еще ослабленный. Масхил. Повторяем масхил. Но вы же добьете его. Мэджкару. Давайте драться с желтым скорпионом. Отлично. Мы хоть как-то победили одного скорпиона. Да их может быть много. Ну ладно, давайте сходим в этот дом. Южный писец. Он хочет 5 мистических цветов, которые можно найти в разных местах. Это чтобы получить разрешение на поиск библиотеки данных. У нас есть 2 цветка. А, у нас есть вялы, из которых можно что-то сварить. И вот это вот. Хорошо, но этого мало. Засуманили грифонов. Так мило про last meal.
Теперь вопрос, куда нам идти дальше. Все-таки думаю, что надо идти на запад. Тут что-то интересное. Тут, правда, красные скорпионы. Но, с другой стороны, они опыта дают немало. Атакуем. Масхил. Так, пытаемся его побить. Траванули, глушили, ударили магией. Масхил. Молния. Застанили. Думаю, что нужно точечным хилом. А есть что-то более сильное, чем лайтинг? Ну, Cone of Ice. Отлично. Сколько времени? 9 часов 10 минут. Сколько занимает телепорт? 10 минут. Ну, это очень здорово. У меня, правда, почти вся мана ушла, но кого это волнует? Когда мимо вас я не пробегу, но давайте я загружусь. Так, атакуем, атакуем, атакуем. Лечим. Лучше лайтингом, я думаю. Так, экономнее по мане. Ну, вообще, тут нет прям особой разницы. На самом деле, сейчас, мне кажется, будет уровень всей остальной группы. Да, он нас такими темпами убьет.
Но второй... Ну, два скорпиона так точно. Ой-ой-ой. А вот это было зря. Но будем пытаться. Так, а давайте я схожу в город и еще покачаюсь, потому что экспы должно быть нормально. Иду, восполнили. Да, уровень, да, уровень. Что нам здесь дают? 24, 23, 18, 5, 2. 24, 24, 8, а, 10, 5, 2. Тафнес дали. Ничку Тафнеса. Ничего не дали. Отлично. Я помню, что я могу сварить что-то по улучшению статов и дать их своим героям, но я пока не решил кому. Возможно, пора бы определиться. Кстати, тут можно... Не знаю, здесь вроде нет прохода. Мне туда понесло. Какие-то более крутые кобры. Пустыня большая. На севере вроде вулканы. Тут есть какой-то замок, но в него не пройти. Поехали. Минус один. Там какие-то более крутые кобры.
Хилл. Ага, гадюки. Гадюка, что интересно, сильнее кобры. 30 уровень. 20 уровень. Чардж. 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 Кобру почти добили, кстати. Фаербол. Фаербол. Chain Lighting. Там какой-то флаг, значит, там что-то есть нужное. Как больно. Давайте масс хилом. Без сознания. Еще вайпер прибежал. Так, давайте-ка поднимем тебя. Просто лайтингом. Пауэрфистом. Ай-яй-яй, больно-то как. Так, ты не умеешь снимать тех, кто без сознания. И, в общем-то, здесь надо отдыхать, кстати. Ладно, отдыхаем. Делаем full rest. Новую регенерацию. Magic Shield. Расту. Если бы я в Европе так расширялся, было бы, конечно, неплохо. Что у тебя, Power Fist? Так. Мы здесь полностью оббафаны. Атакуем, 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 станем. Фист. Атакуем. Лайтинг.
что вы будете делать? Жахни спарком. Жахнули фаерболом. Просто проатаковали. Чейнлайтингом. И чардж нам здесь даже не особо нужен. Давайте простанем. Простой лайтинг. Что здесь? Лечим. Молния, атака. На самом деле довольно тяжело это комментировать, потому что особо ничего не происходит. Готово. Ура! Еще замок. И можно купить новый корабль. За 800 золота у капитана Черный Глаз. И замок. Замок песка. Герцог замка песка и южных и восточных островов. Так, у вас все есть, что нужно. Хорошо. Три вулканических острова в южной половине Амберланда с башнями. Интересно. Ты бывший наемник. Так, тут вроде примерно то же самое. Два крафтсмен. А нет, Red Full Plate Armor. Не припомню такого, но ладно. Оружие не особо интересное. Ладно, ладно, ладно. Так, вас можно прокачать. Ладно, давайте так, в центральном эликсир силы. Декстерити. Хит и эвейт бонус. Knowledge, допустим, тебе. Knowledge ушел магу.
Подвалы. В подвалах особо ничего нет. Какая халява. Гигантская ящерица. После того, что мы пережили. Нашли кожаную броню какую-то. Посмотрим потом на нее. Короткий меч точности, эльфийский короткий меч. Отдых. Ученых. Дверь магически зачарована. Непорядок, ну ладно. Итак, у нас есть возможность исследовать остаток мира. И это нормальный океанский корабль. Так. Там есть город. Здесь есть какой-то населенный пункт. Цивилизация, здесь живут дворфы. Так, он глава поселения дворфов. Но у них нет нормальных... У них умерли короли, они не могут договориться между собой, кто им будет править. Этот хочет... называется наковальню. Адамантитовую руду принести. Горный гоблин. Какая ерунда. Нет, правда. Так, тут шахты. Там в север еще какой-то город. Здесь есть башня. Нефрильные шахты. Ой. Нет, не ой. Так, нам нужно насчитывать окаменение. Ох. Так, здесь есть красный дракон.
патролей. Кстати, еще без бафов. Так, Magic. Generation, Sharpness. Там живет красный дракон. Давайте посмотрим на него. 40 уровень, 6000 хитпоинтов, иммунитет к огню. Так, стону. Но в принципе он побеждаемый. Просто это не нужно делать сейчас. Нужно отдохнуть. И вот тогда там. Еще какой-то город на берегу стоит. Но мы до него не доберемся сейчас. Но вообще, конечно, доберемся. Потом. Магическая башня. Ой. Это что такое? А, ускорение, ладно. Превосходно. Сопротивление к молниям, меч убийства. Отлично. Так, две пыли, это уже неплохо. Сколько у нас всего пыли? У нас 4, то есть еще 2 надо найти где-то.
Magic Arrow. Обычные сорсеры, но им это не поможет. Кстати, я могу снять всю эту дрянь, но мне просто не нужно. Какие они ватные. Интересно, три кристалла. Раньше был один. Такое ощущение, что они не стелятся под какую-то повышенную сложность. Чтобы тут было полегче. Там, условно, на харде или на чем-то еще таком. На инсейне. Потому что пока что легко. Эти башни, они легкие. Пустыня тяжелая. База красных рыцарей была тяжелой. А тут... так, ага. Второй этаж, здесь кто-то крутой. Мастер сорсерер. 14 уровень сопротивления, ну ладно. Кончился на общих основаниях. Сил, кстати, всего вдвое дороже, но, правда, он лечит меньше. И мне даже не собирается снимать, не нужно. Уровень. Прощай. Технологии размножения арханидов. Зачем они мне? Ну ладно. Так, здесь заслон, через который так просто не пройти. Что-то про морских монстров. Здесь тоже не пройти. Может, где-то рычаги есть. Вы не пройдете через эту стену. Жаль.
чего здесь нет. Ну, то есть можно просто пройти. Разрекс ринг, это что-то интересненькое. Так, у меня теперь есть достаточно пыли. Мы полностью отдохнули. С кем-то воюет, но это его проблемы. Это все. Ну вот, у меня есть кристаллы, у меня есть магическая пыль. В горах рядом. Вот это дерево, видимо. Да. Когда вы подошли к дереву, вы видите орла на расстоянии. Он приближается все ближе. Затем садится на ветку рядом над вашей головой. Вы никогда не видели такого орла. Он держит в своих лапах сияющий объект. Это голубая сфера. Мы протянули руки орлу. Он кинул ее в наши йона. Когда он улетает, вы... Можете почти... Вы почти уверены, что он улыбается вам. 10 тысяч опыта. Итак, первая сфера найдена. Это прекрасно.
тут надо было, на самом деле, снять заману. Я что-то затупил. Что здесь? Knowledge. Vitality на следующем уровне. Так, здесь... Willpower. Toughness. 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 Knowledge. У тебя спеллов нет. Но, возможно, что-то успел открыться в процессе. Нет. Ничего. Эту башню мы нашли. Замок песка мы нашли. Потрясающе. Так, тут какой-то жук. Не очень интересный жук, скажем прямо. Застенчивый рыцарь, который потерял кольцо. Так. В городе тут ничего такого прямо фантастического нет. В этих вулканах, наверное, есть что-то интересное. Так. А что интересно? А что? Так, тут еще одна башенка. Я понял. Сюда надо будет сплавать. Ух-ух-ух. Здорово, что мы отсюда вырвались. Из этой пустыни. Magic. Mass heal. Просто heal. Что за домик? Дама в беде. Такс. Что за волшебник, который живет на острове? А, ну, видимо, вот тут вот есть остров. Ладно.
Так, тут еще какой-то дом. Ох. Всего много. Тут еще фонтанчик. Давайте сначала на остров высадимся. Башня тумана. Один кристалл. Ладно, башня маленькая. Итак, еще чардж. Интересно, сколько всего таких кристаллов в игре, потому что они же конечные. Здесь в состоянии жесткого перекача. Амбициозный юный волшебник 20 уровня. Ну, плохо тебе будет. Из уважения застанем. Победа. Как получить жену, используя волшебство? Да. Магическое руководство по созданию магических башен. Давайте ложимся, дамочки. Отлично. Нам дали цветов. Я не помню, сколько нам нужно, но это мы посмотрим уже в следующий раз. А пока. Всем спасибо за просмотр. Всем доброй ночи. Пока-пока.